Всем привет, ребят, с вами Тим Кимит, и всем привет подписчикам, которые находятся на сервере. Окей, я немножко пофармился сегодня-завтра. Короче, два раза я пофармился, вчера-сегодня, и, ну, как пофармился? Один раз сходил пофармился, второй раз сходил пофармился. Пойдем купим мы с тобой что? Все правильно, ролик Джелик вам очень заходит почему-то, когда я трачу мед, не знаю, как будто я бабосы прям свои трачу. Ребят, максимум с вас подписки, поддержки, потому что столько просмотров, это вообще, ну, вы чё? Как будто вы прикалываетесь просто надо мной. Я для вас стараюсь, делаю разный контент, а вы что-то не смотрите. Все, закупаемся по максимуму. Запись хоть идет, надеюсь, да, запись идет. И побежали, конечно же, тратить. У нас есть старт джели. Пока что мне не выпало сильвера яйцо, а значит, я не могу у спирита выполнять дальше квест. А если я не могу выполнять квест, значит, мы с тобой будем тратить мед, а и все, да. Окей, что мы делаем? У нас есть 5 старт джели, это я выбил скраба. И давай мы... Так, во-первых, мы зайдем с тобой куда? Все правильно. Отключим легендарочку, заходим сюда и кидаем с тобой вот на этого карпентера, на обычного. А, медового у меня есть. Мне нужно, ребят, какую-то новую из неодаренных мификов. Спайсика. Либо файзика. Вроде файзик, кстати, у меня одаренный. Окей, кстати, падают белые пчелки. Неплохо. Рэйчу нет, не нужно. До свидания. Рэйчу вообще бесполезно, я считаю. Мне нужно, ребят, спайсика одаренного, либо тапка одаренного выбить. И у нас есть 20к джелик. Мы с тобой по одной не будем ролить. Напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я, допустим, 10 тысяч потратил именно по одной паролю. Ну, вы-то не будете как бы по одной видеть. А я буду ролить по одной. Окей. Ставим, ребят, легу. Будем по легам, конечно же, мы с тобой вот так нажимать и смотреть, что выпадет. Если выпадает какая-то одареночка, то она у нас не пролеснется. Если выпадает какой-то мифик, то тоже не пролеснется. Смотрим, что как выпадает, что у нас тратится. Давай открою тебе все. Так, а мне, по-моему, ребят, можно было бы, чтобы у меня был бы вектор. В принципе, на такое количество должно где-то примерно выпасть, но 3 мифика, 2 точно стабильно должно выпасть, но это не факт. На 7,5, еще раз говорю, например, на 8к падает мифик, у меня, по крайней мере, но это не всегда. Можно и за 20-ку практически ничего не выбить, но один-то точно выпадет. Музыка не нужна, посмотрим, сколько вообще нам одаренок выпадет, что нам выпадет с тобой. Бейбики не нужны, ниндзи, конечно же, не нужны бейбиков. Смотри, сколько сыпет, ты видел? 3 в ряд просто. Еще бейбики музыки. Ладно, окей, ролим, смотрим, что дальше будет. И мне просто интересно, на самом деле, что мы выпьем с тобой или нет. Мне ни разу, ребят, мифическая не выпадала Адриона, что очень печально, на самом деле. Она тоже не выпускает какие-то обновы. Здесь становится скучно, плюс он постоянно зависает. Если бы не зависал, еще бы можно было как-то играть. Чтобы, опять же, сделать прокачку, нужно потратить 8 часов. А что? А 8 часов, ребят, это очень много. Шуб столько много упало. Это, представляете, это целый день, это целый день. То есть на один ролик убить целый день. Ну, это как бы типа такое. Плюс я сейчас создал еще один канал. Подписывайтесь на канал, если что, будет о канале. Либо в шапке в канале тоже будет переход на канал. Там Mobile Legends будет. Вот разные моменты, фрагменты. Плюс прохождение тоже до мифика. Игра прикольная. Много, конечно, рекламы, спама. Тем более, когда ты только-только заходишь. Мы, кстати, с тобой уже потратили 5к. И нам пока ничего не выпало. То есть чисто теоретически нам нужно еще как раз потратить 2,5, и нам должен выпасть еще мифик хотя бы один. Что-то выбил походу, радуется. Шу, ой, ну красавчик. Ну у тебя да, пока что это. Я-то уже по другим угораю, ты пока по этим. Сделаем, наверное, в конце какую-то оценку, не оценку. Просто я посмотрю, скажу, что бы я поменял. Слушай, мы потратили... Да, мы с тобой уже потратили... Ну не 7,5, но практически 7 тысяч будет сейчас, 6,5, если быть точнее. И нам пока ничего не выпало. Много очень, да? Вам бы кому-нибудь дай бы столько ролик, Джелик, вы вообще бы, наверное, изменили свой улей некоторые. Хотя вон у многих, смотрите, одаренные даже есть как бы и хорошо. Но я как понимаю, там, наверное, 35 пчел, что ли, у него, у спудика. 35 пчел, ребята, а даже это Брейв и всякие вот такие одаренные неплохие пчелки. Когда уже, конечно, выше, больше, дальше, то уже как бы, ну, такие они почти, можно сказать, ни о чем. Сейчас нам должна уже выпасть мифическая пчела, но пока что, к сожалению, не падает. Она может вообще, в принципе, не выпасть. Если не выпадет, то вот вам, пожалуйста, пример, то, что может реально не выпасть. Но одна, я почему-то прямо на 100% уверен, что одна нам точно выпадет. Бывает такое, то, что ты ролишь сюда нифига, начинаешь ролить в другое какое-то место, и тебе, пожалуйста, одна, вторая почти друг за другом.
Бывает такое, я не знаю, что вообще такое. От ячейки, может быть, как-то зависит общество. От ячейки общества зависит по-любому как-то. А чуваки просто стоят, наблюдают. Вон Димас наблюдает, стоит по-любому. Такой, хоть бы не выпало, хоть бы не выпало, хоть бы не выпало. Пальцы скрестил, стоит. А все потому, что лайкосы не ставите, не смотрите. А как, кстати, Димка Винди, он же только что тут был, а уже, смотри, Винди фармит. По-моему, он зафармил, значит, затронул Винди быстрее, чем убежал. Такое чувство было. Я могу кинуть старое яйцо. И тогда, смотрите, давайте как договоримся. Я пофармлю меду. То есть на днях чуть-чуть побольше, чем у меня есть. На посмотреть, сколько стоит следующий амулет. Я это все посмотрю, подготовлю. И, наверное, зафармлю как-нибудь старое яйцо, и мы посмотрим, что с тобой из него выпадет. Если вы хотите, давайте, если мы наберем... Я не хочу его очень сильно тратить, но если мы наберем 8500 к, то... 8500... Посмотрел на ролики Джельки, что 8500 почти осталось, чуть больше, только 8500. Лайков просто, ребят, все, с вас 8500 лайков, и я трачу старое яйцо. Ладно, я шучу, на самом деле, давайте, не знаю, 150, если лайков наберем на этом видео, за пару дней, за сегодня, завтра, то тогда я трачу старое яйцо. Если мы набираем, конечно же, может, через год наберем, у меня уж этого яйца-то не будет. Потому что когда че обнова будет, ну камон, ну нет, ну ты адекватный вообще. Смотри, мне даже не падает. Я потратил, кстати, очень много. Должно было уже практически две сюда пчелы дропнуться, но не падает. А нет, ну ты че? Хватит там какие-то отмазки, примазки придумывать, то, что ты там 3D, не 3D делаешь. О, слушай, Карпентер, отлично. Поменяли на Карпентера одаренного, это хорошо. Есть у меня Карпентер еще не одаренный. 6600. 6600, как номер телефона. Но здесь, я надеюсь, выпадет. То, что выпало одаренный Карпентер, это, ребят, очень классно. Я, считайте, поменял не одаренный на одаренный. И именно Карпентер выпал. Это пушка. Но Даймонд, вот смотри, Даймонд еще гифтит выпало. Но нет, давай, до свидания, родная. Спасибо, конечно, но это не для у нас. Так, ну Карпентеры что-то, да, посыпались. Дайте мне мифика. Мифика одаренного. Анет, давай, давай, давай. Я верю в тебя, Анет, давай. А, подожди, всего 43, наверное. Дискавер, это же открыто или всего? Сколько всего реально пчел? Раз, два, три, четыре, пять. А, всего 43. А у меня получается 4 вида. Не, все правильно. Все правильно, ребят. 43 всего пчелы на самом деле. Так и получается. Все, подшаманили. По-любому, это... О, новый Onet. Какой новый Onet? О, нет. Так, ролим, ролим. Все правильно у меня получается. 4 пчелы не хватает. Так, Crimson Cobalt, Spicy и Тапок. Не одаренные. У меня всего 39 видов одаренных, а нужно 40. И всего 43 пчелы. Все правильно, да? 43 минус 4 получается 39. Все четненько. Но я не знаю, почему мне реально, блин, мифик ни разу не одаренный не упал. Напишите в комментариях, падал ли кому-то мифик, именно одаренный, гифтитовый. Не, ну это нет, это какой-то рофл, прикол вообще, но серьезно, серьезно, это не серьезно, Анет. Так, давай мне, да, не, ходите вы рядом с Кимитом. Да не, все нормально, можете ходить. Не, такое не надо писать, да не мешайте вы мне. Окей, давай посмотрим, что бы я бы убрал бы, так, на взгляд, на скидку, реально, что бы я бы убрал бы. Но я бы, вот Брейв под большим вопросом, ребят, смотри, Брейв тебе дает плюс одну атаку всем пчелам, всем улям, это в принципе неплохо, да? Плюс он гифтитовый, то есть это повышенный у него урон идет атака, допустим, атака у него идет там выше, да? Ну не пятерочка, это понятно, плюс еще зависимости от уровня, но... Суть в том, то, что вот представь, что ты ставишь вместо его, допустим, музыку, которой у тебя нет. Во-первых, у тебя фокус токены появляются, лучше спамнится. Плюс линк токена, это хорошо, когда какие-нибудь метеоры, еще что-то, да, такое. Плюс токен мелодии, ребят, это 100% critical шанс, critical power, все это повышается, это все круто, классно. То есть не хватает. Что? Все правильно, музыки второй. Минимум, ребят, нужно 3 музыки. Желательно вообще иметь 4, но если, опять же, у тебя есть, допустим, вот такой Тони Хорн,
вот такая штука, если у тебя есть, которая дает мелодию токена, то, конечно же, можно иметь там 3, и даже можно иметь, в принципе, 2 на таком, как бы, уровне стадии. А у тебя ее, кстати, нет, я не вижу, да? Одна музыка одарена, да, это круто, классно. Так, чтобы еще бы можно было бы убрать бы, в принципе, ты делаешь разноплан, это хорошо, молодец, правильно, качайся. То есть, вот, допустим, тебе можно Брейва убрать, да, и можно, допустим, убрать пока что... Ну, я не знаю, с какой-то маской ходишь, но можно, опять же, убрать, допустим, Карпентера. Как для примера. Леона вроде второго нету, потому что его не нужно. Так, молодец, в принципе, делай все правильно пока что. То есть, 2 бэйбика желательно, да, тебе иметь. И 2 музыки, это минимум. Так, это не знаю, подписчик мой или нет, но давай просто глянем. Рэйч одаренный пусть будет. А 2 даймонд не нужно, это точно можно переролить на что-то, попытаться, да, более лучше. А так, в принципе, вот еще вот это, не помню, как его называют. И Райли, ребят, Райли тоже, допустим, здесь точно лишний. А так, пока тоже пчел не сильно много, у тебя еще, по-моему, 30-ка даже, наверное. Вот, Брейва 2 точно не нужно, убирать Брейва. Потом Райли Би, хотя он и Red Boost дает, но в любом случае его можно убрать на тех, которых нету. И плюс Даймонд тоже 2 не нужно. То есть музыки, бэйбиков побольше. У тебя шубы есть, которые дают также Red Boost. Но здесь больше на красную идет пыльцу с белой. Но опять же синева есть, очень сбалансированная, я думаю. То есть вот тебе нужно примерно делать, стараться вот такой улей пока что. Ну здесь вообще как бы здесь на красную, я особо не понимаю, у него все явно четко. Так, Димка. Димка 02681. У тебя примерно 30 пчелок. Посмотрим, что есть. 3 стуборна. Нет, 3 стуборна это чересчур. Реально, 3 стуборна не нужно. Одного оставляй, других не нужно. Смотри, что тебе дает стуборн. Стуборн дает поленмарк. Смотри, если ты стуборнов то же самое поменяешь на карпентеров, то у тебя будут 2 марки вместо одной. Круто же, да? Вот, смотри, ты сюда ролил и оставил эту пчелу. Хотя она у тебя есть гифт, этого тоже так делать не нужно. Здесь тоже зачем-то ты ее сделал 2. Зачем ты их сделал 2, я не понимаю. Можешь объяснить, Red Boost она дает. Тебе нужно просто пытаться выбивать шубу, допустим. Не знаю, зачем ты под красную делаешь. Брейва пока что оставляешь, так, Леона, все это оставляешь, демона можешь пока оставить, тебе нужно убрать стуборнов, одного только оставляешь стуборна, всех остальных убираешь, и стараться выбить шубу, 2 музыки минимум, 2 музыки, и 2 бэйбика. Это пока что первоочередно, но у тебя не так много пока ролик джелик и всего, так что вот. Алмазна одна имеет место быть. Ребят, при сдаче она хорошо сдает. Карпентеров тоже много не нужно, но если выпадет тебе сюда карпентер, можешь, допустим, оставить. Так тебе желательно музыку и... либо вот сюда. И вот это шоки-то тоже потом убери. Задвоенных убирай, не лег. То есть запомни, музык, да, 2-3 музыки и 2 бэйбика. Вот твоя задача. Все, ребят, всем пока, с вами был Тим, оставайтесь веселыми и счастливыми, и до новых встреч.